фиксиками. Синий. Бежевый. Коричневый. Розовый. Изумрудный. Желтый. Темно-серый. Зеленый. Голубой. Что-то шуршит. Где? У папы, в кабинете, в деревянном ящичке. Может, там мышь завелась? Дим Димыч, сиди здесь, мы с Ноликом сходим проверим. Коричневый, оранжевый, желтый, розовый, красный, бордовый, голубой, синий, темно-серый, серый, бежевый. Ой, дедус, ты здесь? Весь день работать не дают. То крышку кто-то открывает, то вы тут дудите. Это Симка придумала дудеть, чтобы ты мышей не боялся. Ой, а что это за прибор? А вы как думаете? Кофемолка? Нет. Мясорубка? Плиткочёска? Что? Что? Ну, машинка, чтоб пятки чесать. Ну ты ляпнул. Это музыкальная шкатулка. Оранжевый. Бежевый. Розовый, желтый, красный, синий, голубой, серый, коричневый, черный. А что тут сломалось? Пружина соскочила. Ее нужно обратно заправить. Поможете? Ну вот, теперь порядок. А почему музыка не играет? Сначала нужно пружину ключом завести. Ты-дыщ! Я знаю, кто нам поможет. Ну как, Дим Димыч, угадаешь, что это за прибор? Кофемолка? Нет. Мясорубка. Ну ты ляпнул. Еще скажи, плиткочёска. Тогда что? Заведи ее этим ключом, узнаешь. Посмотрел мой фильм. Покажи его и своим друзьям. В Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и других сетях. Нажми «Поделиться». Поставь лайк. Тебе не сложно, а фиксикам приятно. А еще мы ждем твоих комментариев. И подписывайся на наш канал. Давай дружить.